Желаю мира и приятного просмотра. С вами Яцко Боровский. И сегодня мы проводим социальный эксперимент. Я хочу попробовать съесть Биг Мак за 3 укуса. Да, это нереально, но я хочу попробовать. Я надеюсь, у меня это получится. Поддержите меня лайком. А рассчитываться я буду мелочью. Вот этой горой. Да, это жестко. Вот такая вот куча денег. Сейчас пойдемте в Биг Мак, и я буду делать заказик и рассчитываться. В общем, ребятки, заходим в Макдональдс. Здесь так красиво, я перестаю дышать, yeah. Звуки на минимум, чтобы не мешать. Эти облака, фиолетовая вата. Магия цветов со льдом наших стаканов. Здравствуйте. Биг Мак меню, пожалуйста. И дабл чизбургер, да? Тоже меню. Да. Напитки, кола. Кола. Стандартная, как ваша. Так. Какой соус? Никакого. Биг Мак минус кола и фри, плюс дабл чизбургер. Да. 115 гривен. Да. Здесь. Тут только у меня мелочь. У меня других денег нету. Какой сейчас это 115 лир, вы собираетесь считать? Ну, тут есть по 50 копеек. Это большое. Хорошо. Копилку ограбить? Да. Серьезно? Да. Молодцы, красавчик. Куда не одевать? Алина, у меня 115 лир мелочи. Надо какой-то пакетик отдельный. Надо у меня быть дрожжевым. Долго копились? А? Долго копились? Ну где-то полгода, может год, я не знаю. Но банк не хотели пойти поменять? Да нет. А там принимают? Да, конечно. 4, 5. Да что ты, черт побери, такое несешь? Цветочки я, конечно, брать не хочу. Мало внимания, я выбирала, а не мало. 6. Я пока без бабки доеду, потому что у нас хорошо. Спасибо. 8. Сейчас будем пустого курожня. С одного пакета в другой. Ага. Так, здесь 30 кошелек. Да, да, все правильно. Я знаю, что несчастье в бабках поверю. Ведь на мой горизонт их хватит вполне. Весь мир у твоих ног, но временно. Завтра все вернет назад. Где балом правят деньги, деньги пусть так. Сколько мы 40 было, да? Да, 50. Выбирай, как я пошли перечитать. Так, вы что же контролируете, да, если что, да, да. Потому что... Хорошо. 10, 60. А эти где-то надо вам, там где продукты, магазин сдать. Тоже купить что-то. Там что-то приму, да? Раз. Ну как там, хлеб, молоко, это не возьмут. Ну, чтобы купили что-то. Ну, плачу, да, давайте. Так. Только закажете 20 гривен, допустим. Так, 2. Очень много. Потому что они эти, ну, мелкие, ну, да, поэтому да. Их много. Да, тут еще такой пакет. Столько еще мелочи осталось. Напишите в комментариях, куда я можно деть. А есть у вас ручка и бумажка?
но меня потом добавят в черный список. Поддержите. Сейчас. Спасибо большое. Могу дать салфетку? Вот такую вот бумажку. Что тебе помогать? Считали по времени? Минут 8. Давай вот здесь садимся. Бедная продавщица. Так, давай это снимем, я покажу, что мы взяли. В общем, взяли вот такую вот колу стандартную, картошку, тоже стандартная. Дабл чизбургер оператору и Биг Мак. Вот. Сейчас попытаемся вот этот Биг Мак здоровый съесть за 3 укуса. Смотрите, какой он здоровенный. Я не знаю, как это сделать, но я попытаюсь. Обошлось нам все 115 гривен, причем мелочью. Так, а теперь... Ух. Это сложно. Но надо попробовать. Так, распечатали. Вот такой вот получился Биг Мак. Вот это давайте, если капусточка падает, капусточку не считаем. Потому что что тут считать? Она все равно будет падать. Так, 3 укуса. Давайте начнем с первого. Я не тренировался, но надеюсь, у меня все получится. Подписчик пошел. Вот такой вот у меня получился первый укус. Так, ну что, давайте второй. Я, кстати, нормально так куснул, оказывается, смотрите. Так, теперь второй. Угу. Ух, все, последний укус. Ну, в комментариях же напишут, что это было 6, 7, 8 укусов. Я записал, что это собирал. Ага, понятно. 3 укуса, реально. Давай, запивай водой. Мне даже салфеток не дали, я вон на полу хоть одну нашел. А, ты дали. Прошу прощения. Ух, видите, ребят, получилось у меня все. За 3 укуса я съел Биг Мак. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. И хочу сказать огромное спасибо сотрудникам Макдональдс. Дай вам Бог здоровья. Спасибо вам большое, что вы приняли нашу мелочь. Пишите в комментариях, куда нам потратить остальную мелочь. И до новых встреч, друзья. Всем пока. Ах, да, не забудьте подписаться еще на мой инстаграм. Я там снимаю вайны, всякие прикольчики. Так что вам понравится. Подписывайтесь, ссылочка в описании. See you.